Кофейня у Пушкина стала настоящим местом притяжения творческих, интеллигентных людей и настоящих ценителей искусства. Здесь царит атмосфера пушкинской эпохи с неспешным ритмом и оригинальным оформлением интерьера. Мы за это время превратили наше кафе в музыкальную гостиную. И здесь у нас провелось уже 113 вечеров. Были поэты, композиторы, классическая эстрадная музыка. Всем понравилось. Традиция прижилась. Кафе пользуется популярностью, и мы хотим, чтобы и гости, которые к нам приезжают, и анапчане пользовались нашими услугами и приятно проводили здесь, в маленьком уютном кафе, свободное время. Трижды в неделю по средам, пятницам и воскресеньям перед посетителями выступают артисты из Анапы, Краснодара, Темрюка. Репертуар разнообразен – классика и шансон, современная эстрадная музыка и цыганские романсы. Всегда вкладывают душу, даже идешь с плохим настроением и думаешь, пойти не пойти, уходишь всегда. На душе праздник. Вечер, посвященный Пушкину, это вообще замечательно. Так что я в восторге полнейшем. Полюбились гостям кофейни и всевозможные десерты. Особой популярностью среди посетителей пользуется фирменное пирожное, которое так и назвали у Пушкина. В честь дня рождения появилась новинка – десерт Натали. Отличается нежным, утонченным вкусом. Причем, что немаловажно, для поклонников здорового образа жизни все блюда производятся из натуральных ингредиентов. И, конечно же, обширная кофейная карта и большой выбор сортов чая. Здесь замечательная атмосфера, очень уютно. Всегда звучит приятная музыка, готовят очень вкусный кофе. Мы кушали здесь мороженое. Ребенку очень понравилось, а нас приятно удивила цена. Кофейня у Пушкина приготовила немало интересных вечеров на период новогодних каникул. Все праздничные дни заведение будет радовать посетителей яркими творческими программами и отменной кухней. Ежедневно с 19 до 21 часа. Дорогие анапчане и гости курорта, хочу поздравить вас с наступающим 2018 годом. Пожелать вам всего самого хорошего. Главное – исполнение желаний. Счастья, мира, добра. В кофейне у Пушкина вас ждут по адресу Анапа, улица Калинина, 23. Обязательно добавьте посещение этого места в свою культурную программу. Приятных впечатлений хватит на целый год. Ирина Меркурьева, Михаил Попов, Анапа регион.